Что, B200 точно? Ага. Я пошел в грузовую джавелить. Давай, давай. Часы пустить. Пары большие. Поехали. The one we have traffic control fire inside, no inside. We have two helicopters on South Alpha Lima Romeo. Copy for the helicopters. Посмотрим, посмотрим. 3-2-0-6-7, да, он сказал, у него позвонил? Слушаем внимательно. Donc vers le 50 et cap 315 degrés LG 75-87. Alpha Delta Bravo 5D66, fly on heading. Your request, viewer DME or visual approach? Visual. I'm ready for the visual, antenna 5D66. Roger, maintain please attending and descend flight level 70. Amazing, heavy descent level 70. На этом курсе. Внимательно теперь очень смотрим, оцениваем обстановку. 7 установлено. 7 установлено. Землю видно? Да, 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 очень хорошо. Землю, аэродром видим, все видим. Газе 753, je vois. Анатолий 753. Beauty 3401, radar control terminated. Clear visual approach and runway 05, turn left. ЗК нажми. Вот все, держишь, теперь управляешь. Я понял. Давай и посадку вдвоем нажмем. Посадки не будет. Ворот заданный. Хорошо, ворот один заданный. Ну просто чтобы понимать, да, да, было. Полоса, вон она. Я вижу. A gauche, cherche à 61-40. Beauty 3401, contact tower, 118, dismount 7, max, salam. 87, Beauty 3401. Гасится, да, и бомба выпуска. 5-6, descent flight level 6-0. Descent level 6-0, and 5-3-6. 60. Speed, сжаемся. Скорость. Нормально. Все равно на колесе потихоньку гасись. Потому что мы рядом с аэропортом, как что? У нас 260 узлов. 230. Меньше у нас. 230 узлов. 230 узлов. Смотрим напрямую, самолеты висят. Один, второй, третий. Мы за ними. 2768 Algiers. 2768. Overhead Zulu Echo Mike fly on heading. За эти вот. Смотри за ним, и мы за ним идем. Убираем. Да-да. Все, мы видим самолет, за которым мы идем. Только что сел самолет на полосу. Один на четвертом, один на третьем. A gauche, cap 270, la 64-87. Alpha, Delta, Bravo, 5D66, continue descent 5-0. Descent level 5-0, until 5-3-6. Отлично, снижаемся 5-0. Держим поле зрения впереди идущий самолет. 4-0, all this. Alpha, Delta, Bravo, 5-3-6-6, report speed. 220. Alpha Delta Bravo 5D66, turn left landing 320 degrees. Left heading 320 degrees. 5 градусов, 5 градусов. Курс 320. Вот так, 5 градусов, да. 3-2-7-6-8, confirm your heading. 320. Так, 1000 назад. 3-2-7-6-8,
768. Confirm your heading. Heading 069. Turn left heading 270 degrees. Turn left 270 degrees, 3768. Ожидаем, сейчас начнут разворот нам на обратно-посадочный дадут. Подход 50. Visual 05, décollage 1012, appelez en finale 64-80 interrogé. Bien reçu, donc ordre d'approche visuel 05, on va appeler en finale, galance 1012, direction 64-87. Alpha Delta Bravo 536, external left heading 270 degrees, 4 descent 4000 feet, Laskin H101, 2 descent 4000 feet, and left heading 270. Отлично. На курсе 270, снижаемся 4000. Наблюдаю борт. Хорошо, все, за ним держимся. Он уже на посадочном идет. Отлично. Бок 10 километров у нас. Предлагаю начать выпускаться. Да, согласен. Закрылки 2 выпустить. Закрылки 2 выпускаются. Еще. О, тут ориентируйся. Попас, выпускается синхронно. Еще 5 влево. Берем. Закрутки, предкрутки выпускаются синхронно. 10-12 установлено, подходим к 4000. Подходим. Закрутки 2, предкрутки выпущены. На курсе вывод. Хорошо, вывод. Сейчас будут доворачивать. Да, доворачивать на 180. 2-3. Так, тут 3, установим 10-12 давление. На обратно-посадочное берем. Занимаем. 10-12, установлено, читаем карту National перехода. Карту, Жень. Высота мера. 10-12, 4-400 у штурмана. 10-12, 4-400. 10-12, справа. 4000 снижаемся. Курс 230, отлично. Ожидаем разворот. 120 курс. Да, ожидаем. Командуем. Дальше. Закрылки 15. Закрылки 15. Там чуть-чуть. Альфа Дельта, Браво 5366, Хеннинг, Сафт. Саус. Курс 180. Занимаем. 180. 4000 снижаемся. Курс 0. Юг. Вот тут юг сказал. Редко говорят так. Закрылки 15 выпущены. Продолжаем выдерживать 4000. Попаст выпущен 15. Бейслег. And continue descent 2300 feet, Greenwich 101. Не значит, что мы должны его выполнять? 2300 снижаемся. Нет, курс 160. Берем, да, берем влево, все правильно. Бейс 160. Alpha Delta Bravo 5366, confirm you have ground, you have inside. Inside. Да, inside. Курс 140. Крути на посадочный. Ну, ближе. Разрешил заход. Хорошо. Снижаемся. И гасимся до 300. Курс 140 где-то можно. Хорошо, кнопочку берем. Навигацию можете сейчас нажать. Сейчас, наблюдаем. Не надо, нормально. Как хотите. Так, хорошо. Бок, пожалуйста. Сбоку сколько? Бок у нас 9-7. Отлично, идем, ну и будем доворачивать. Полоса 1-2 в поле зрения. Да. Удаление хорошее. Командуем. Шасси выпускается. Фары выпустил. Бок 8. Шасси выпускается. Continue descent 3000 feet, QNH 101, 3000. 1000 до 2300. Да. B2768. Шасси выпущены, зеленый. Нейтрально. Проверяем тормоза. Бок. CU 5,5. Давай подвернем 120. По баску норма. Хорошо. Контроль по карте. Читаем. Карту. Да, забыл. Посадочный 52 градуса. Бок 4,5. На курсе вывод. Командуем. Закрылки 30. Закрылки 30. Смотри, где самолетик. Сию на глиссаде. Да, поэтому закрылки 30. И крутим плавненько. Бок 3,3. Закрылки 30 выпущены. Приступили с креном 10-15. Читаем карту. Карта. Бок 2,5.
ВПР. Выполняем разворот, крен 20. ВПР 300 метров. 300 метров. Шасси. Выпущено. Выпущено. Бок 2. Наблюдаем. Хорошо, полосу. Наблюдаем полосу. Да. Отлично. Тормозная система. Проверено. Проверено. Автоматическое торможение. Не используется. Всем посадки. Вор. Визуально. Визуально. А аварийное предупреждает, что табло не горит. Бок километр. Борт инженера не горят. Штурвал не горит. Справа не горят. Слева не горят. Фары мало выполнены. Фары рулежные выпущены. Альфа, дельта, браво, 5-3-6-6, контакт тауэр, 1-8-7. 18-7, на первый. Бок 600 метров, подворачиваем. Хорошо, подворачиваем, наблюдаем полосу. Удаление. На 600. Первую. На первый. Еще одна карта, да? Сейчас он доложит и подсчитаем карту. 551-11, можешь на руках, если желание. Закрылки взял. 30-17 по баску. По баску выпущен 30-17. Кшерва, кшера. Посадка, посадка. Рубер, кориоз. Рабочий. Рычаг, торцов. 20 метров ниже. 0 ПТИ. Перепуск воздуха. Мы визуально. Включен. Фары. Выпущены, включены. Выполнено. Удаление 8 до торца. 400-400. Après nouvelle éclairance, après l'envoi piste 05, maintenez l'axe de piste monté initialement au niveau 070. Après l'envol, on maintiendra l'axe de piste 070. Давление 7 до торца 350 уста. 12, clairance. Много. Витер, конечно, встречный. Это хорошо. До торца 6 километров, высота 300. Стабилизированный, полоса в поле зрения. Решение. Садимся. Продолжаем заход. Не шатай его. Высота 300. Ветер 20 узлов земли. Хорошо. 5 километров, 250 на курсе на глиссаде, скорость 250. Четыре километра, высота 200, скорость 240. Три километра, высота 150, скорость 150. Фары посадочные включил. Не шатай, не шатай, держи его. Ветер. Так, это какой-то ветер. Вот и все, нормально же не шатается. 2 километра высота 100 метров. Давай, на рубеж. Скорость 250. Держи его, чтобы не шатать. 90. Двумя руками. Вот то. Уверен, вот так. 80. 70. 60. И все. Скорость 250. И никуда он не девается. 60. 50, скорость 250. 45. 40. 35. 30. 25, 20, 17, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5 метр, полметра. Держим. Посадочная 225. Держим. 225. 190, 180, 170, 160. Следующий. Реверс нормальный параметр в норме. 140. Реверс уменьшаю. 130. Реверс 0. Не надо выключать, пока не трогай. 110. Притормаживай, освобождай. По F2 успеваем, да? Да. Да, успеем. Okay,
Пусть работает, пока реверс пока помогает тормозить. Пусть работает. Вот. Прямая, прямая. Прямая тяга. Поехали. И налево. Освободили полосу. Так, выполняем после полетной процедуры. Тихо. 1-2-1-8 устанавливаю. И сейчас он поговорит и выполним, да. Стоит. Ground missile error, tunnel 5366 on taxiway Foxtrot 2. Delta Bravo 5366 2 taxi straight Delta 1, then Bravo 1 for stand Sierra 6. Delta 1, Bravo 1 for stand. Там не стояли. Хорошо. Вот теперь карту после посадки. Контроль по карте. О, выключен. Фары. Руль лёжный. Отвечка. Alt off. Закрылки интересанты. Убранный. Вентиляторы тормозом. Включены. Переключатель режим. Включён номинал там на них. Ага. Турин РЖВ. Пикирование. Выполнено. Можно внутренние выключить. Готовим к выключению. Второй, третий двигатель. Готовим. Да вот это россияне идут, по-моему, да? Сейчас посмотрим. Что, Джоэли надо доставать? Да, 100%. Сами подумали. Сейчас глянем, на чем они. Что-то непонятно такое. Крылья какие-то. Генераторы второго, третьего выключить. Ил-76, что ли? Да нет. Генератор второго, третьего снятся с борта. ВСУ запущено, генератор ВСУ на борт. Генератор ВСУ на борту, как Б-12 какой-то похож. Ух ты! Ну я не знаю, я не сейчас, уверен. Сейчас глянем поближе, подлетит. Вентиля? Да, это, наверное, Б. Б-200, блин, или как? Б-200, да. Б-200, вот это. То есть подняли всю технику на уши. Что, Б-200 точно? Ага. Я пошел в грузовую, Джавели. Давай, давай. Двигатели охлаждены, второй, третий. Выключаю. Выключаю. Выключаем. Да, Б-200. Второй, третий выключен. Обороты, температура падает. Принято. Второй батарейный двигатель ПМГ. Установил. Что такое? Пошарпанный чуть-чуть какой-то. Рули. Нет, а то он Seven six eight, hello to you, taxi via Echo 1, then Delta 3.
План Delta 3, 3268. Их на какой-то перрон туда. Отдельный. Подальше от людей. В лужу сразу. Down 3268. Request Charlie 1. I confirm you want to take Charlie 1? Yeah. For the final stand or only for taxiing? For next flight. А может с Новофёдоровки валят все? Confirm you'd like to take Charlie 1 as final position? Еще видишь, у них очень плохо с английским. Они Charlie 1. Charlie 1 просит отрядом с нами. Approved. You can take next right by Delta 3 for Papa 5. Delta 3, Papa 3, Delta 3. Вам сейчас. Нам прямо пока, прямо. Пока прямо. Request Charlie 1 for fuel. Воте. Господи. Charlie 1 is... Дальше. Benny is busy. If you like, you can, there is another stand on Sierra 9 or Sierra 10, as you want. Sierra 9 и 10 это напротив нас прям. Copy 3268. Good. Charlie 1 is not available. If you want, you can taxi for stand Sierra 9 or Sierra 10. Говорит, рулите куда хотите уже, только вот тут даю вам его. Так, сейчас направо, да? Да, сейчас направо. И ровненько, ровненько. И та же самая процедурка, как туда проруливаем, разворачиваем 180 и носом на него. You have to taxi via Delta 1, then Charlie 2, to join Sierra 9. Delta 1, Charlie 2, Sierra 9. Delta 3, Jesus. Airport, Jesus. Airport, Jesus. Airport, Jesus. Airport, Jesus. Airport, Jesus. Ну нормально, нормально, рулит и рулит. Не, ну так вправо не надо, тут места хватает. Я самолет вижу. Ага. Большой. 3268 Algiers. Okay, taxi straight ahead. Поехали на него, поехали. Поехали, поехали, поехали. Ground buffer, ETRO 801, stand Whiskey 14, we are ready for start. Лево, лево, еще, 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 еще. Тару 801, стэндбай. Нормально, нормально, нормально. Я смотрю за правым покрылом. Ты сейчас, сейчас вот как он покажет. Пока нормально, можно еще прямо. Тару 801, полностью влево пошли. Пошли, ага. Отлично, все хорошо. Сейчас включим справа, справа столбик. Нормально, нормально, нормально. Escolta, Runa. Alors, tout droit, la troisième à droite pour entrer au poste Sierra 9, ou la 10, la 11, la 12, le poste qui vous convient. Да. Влево пошли. Ага. Allez, tour, Serger. Tunis. C'est un autre transmetté? J'ai tour Tsakher. Stop. Diviser LB, LB Golf. Самолет нас
стояночную, включаем питание оборудования. Отлично. Есть давление стояночного торможения. Штурман готов. Справа готов. Слева готов. Ждем выключения управления. Управление выключено, выключаю генераторы. Генераторы выключены, генераторы ВСУ. Угу. Двигатели охлаждены, двигатели выключаю. Выключаем.